колоть дрова в такую погоду одно удовольствие. Вот это вот я наколол буквально минут за 15, за 20. Вот такая хорошая горочка получилась. Сейчас я их буду перевозить. Дрова я здесь не оставляю, складываю в волокуши и сразу же увожу в ограду. Там складываю под навес. Дровами мы этими и сейчас пользуемся, хоть они и сырые. Топим в перемешку со срезкой. И за все время я исколол уже, ну где-то вот получается пол тракторной телеги примерно. Это прошло, ну сколько там, недели? 3-4, наверное. Так иногда выйдешь, вот когда похолоднее, чурочки хорошо колются. Мы еще сегодня с Катей сходили до леса, наломали свежих еловых веток. Те у нас, которые были с Нового года, они уже все осыпались. Мы решили новые поставить, свежие. Будем сегодня наряжать, готовиться к Рождеству. Завтра уже Рождество. Мне казалось, что 5 метров это будет немножко подлиннее. Так вот, держи. Можно было 10 покупать. Так, вот смотри, тут вот под веточку вот так вот запускай. Прямой. Елка на Рождество у нас получилась еще гуще, еще пышнее, чем на Новый год. Мы на нее купили новую гирлянду, 5-метровую. Прошлую гирлянду с елки у нас грызла муренка. Там 1 января оставался один цвет гореть, оранжевый. Она его догрызла. Что-то все перепуталось. Так, здесь повыше, да, лучше? И немножечко давай волной такой пустим, чтобы тут погуще было. Это у нас перед повод. Так, держи. Думаю, в магазине думал, 5 метров много будет. В итоге вот. Ну, так-то ничего, по-моему. Давай сейчас вот так вот еще сюда вот на веточку пустим. Спрятать ее вот так вот. Все, включаем. Красота. Ну так-то нормально получилось, не пусто. Смотри, один цвет фиолетовым горит. Она не моргает? Одна лампочка дежурная горит всегда. Все моргают. Она горит. И горит, еще кстати, другим цветом, фиолетовым. Яркие такие лампочки получились. В отличие вот от этих, у нас раньше была такая же, вот как на окнах гирлянда. Они чуть потусклее. А эти прямо такие насыщенные. Ну, это потому, что уже другой там светодиод, что ли, идет. А здесь же обычные лампочки идут. Стекляшки покрашенные. Я елку сегодня с улицы занес, поставил на пол, сюда вот в угол. Муренка начала ее грызть, кусать. Ветки только полетели. А сейчас все даже внимания не обращает. Свернулась клубочком. Нос спрятала, значит холодно. Муренка. Завтра она даст жару елке. Пока пусть живет. Ну это, кстати, мы еще не закончили ее наряжать. Сейчас продолжим. Даже гвозди на двери замерзли. Рождественские морозы. На Рождество всегда намораживает. У нас на Рождество была припасена вот такая красивая коробка конфет. Но конфет уже в коробке почти не осталось. Катя на все завязала вот такие петельки. И эти конфеты мы будем весить на елку. Они как елочные игрушки. У них обертка такая интересная. Такая очень новогодняя. Здесь нарисована Снегурочка, а здесь Дедушка Мороз. Красная, синяя. И у них есть один большой плюс, то, что они не бьются. То Муренка, если игрушки повесить, все, она до них доберется. Здесь, если конфетку сдернет, то ничего страшного. И мы недавно узнали одну особенность нашей кошки. Она у нас любит есть конфеты. Узнали мы это случайно. Катя съела конфетку и выбросила фантик в мусорку. А конфетка еще была подтаявшая. Фантик такой весь был в шоколаде измазанный. И Муренка залезла, вытащила этот фантик и весь облизала. Мы ей дали одну целую конфетку, и она ее с удовольствием съела. И вот с тех пор мы как бы узнали, что она у нас любит конфеты.
Если у кого-то кошка тоже любит конфеты, то пишите в комментариях. Или это у нас одна особенная такая. Катя сейчас ставит опару для хлеба. Хлеб у нас будет, как обычно, на закваске. Завтра испечем две булочки. Одну на ржаной закваске и вторую на пшенично-ржаной. Но хочу сказать, что пшенично-ржаную я немножко изменила. Совсем убрала ржаную и начала добавлять муку цельнозерновую. Вот, поэтому теперь у меня это закваска для цельнозернового хлеба. Беру я одну ложку, кстати. Сразу же оговорюсь, что никогда еще не показывала опару, и дело случая, сегодня показываем это дело все. Вот, беру столовую ложку опары, ну можно взять, конечно, и меньше. Опару я всегда ставлю на ночь, потому что ей нужно выстояться 6-12 часов. Так, столовая ложка опары, теперь нужно 140 граммов муки. Так. Цельнозерновой хватит. Теперь добавляем обычную пшеничную. Так. Вот теперь столько хватит. Всыпаем. И сюда нужно будет добавить 150 миллилитров воды. Но пока я добавлять не буду. Заведу сразу же опару на ржаной хлеб. И потом уже, когда у меня освободится этот стакан от муки, я уже налью туда воды и все замешаю. Так. Берем эту закваску. По цвету они очень сильно отличаются. Ну да. И по консистенции. Вот эта вот она такая более густая. И у нее больше пузырей. Но... Когда вот это вот выстаивается опара, она, конечно, пожиже получается, и сама закваска, она пожиже. У нее почему-то пузырьки в хлебе, они получаются больше при том, как хлеб выпекается. А в этом они такие равномерные. Так. Ложечку. Обязательно после того, как мы берем ложку, получается, закваски, закваску нужно будет подкормить. Сейчас берем ржаной муки, тоже 140 граммов. Так, это мало. Ну вот сейчас как раз высыпаем. И теперь нужно водичку. Водичка у меня как раз согрелась, тепленькая. Меряем 150 граммов. Ложка все-таки упала. Но сначала один раз брякала, потом второй решила. Так, из-за муки что-то я тут не вижу. Ну вот как раз, кстати, налила столько, сколько нужно. Все это заливаем водичкой и перемешиваем. До вот такой вот консистенции мы доводим. Это густая сметана. Все лишнее с ложки убираем и оставляем. Под полиэтиленовый мешок, либо под пищевую пленку. Обязательно нужно сделать небольшие отверстия, чтобы был воздух. И оставляем на 6-10 часов. Лучше, если постоит 10 часов. Я всегда делаю на ночь. И уже с утра формирую булку, завожу на тесто.
В общем, вот. Так. Да, у нас с этой стороны. Так. Наливаем. Тоже замешиваем. Вот такая вот у нас получилась опара на ржаной закваске. Она сравнительно погуще. Так вот. И все на этом. Теперь закрываем пленочкой и оставляем на ночь. К нам завтра еще приедут гости праздновать Рождество. Сегодня получается 6 января, ночь перед Рождеством, и завтра уже само Рождество. Приедет мой двоюродный брат со своей большой семьей. Это получается тоже Бабегалин внук. У нас сейчас на канале много новых зрителей, и мы часто видим такой вопрос: Баба Галя, чья это бабушка? Это моя бабушка, это получается мама моего папы. И к ней вот приедет еще один внук, приедут правнуки, очень много ребят будет. Я сегодня сходил там, натоптал горки, завтра будут кататься с горок, будем накрывать стол и праздновать Рождество. Завтра будет гостей от мала до велика. Да, так что мы вот сейчас готовимся, Катя будет завтра печь хлеб. В общем, будем готовить много вкусных блюд, Баба Галя будет стряпать разные пироги. Это мы все завтра покажем. Вчера вырезала косточки-то, это как-то плохо все равно попадает. Ну ладно, уберутся.
Сейчас картошку накладывай. Лук ложу. Вот с маслом-то оно хорошо отстает. Пирог пусть постоит пока, потронется минут 25-30. Ну, 25 хватит. Ну вот, хорошо зажарился. На вчерашней паре я уже завела тесто. Вот такое вот тесто получилось на ржаной закваске. Оно у меня уже, кстати, выстояло 45 минут. И вот такое тесто у меня получилось на пшеничной, на цельнозерновой закваске. Так, сейчас нужно его обмять, сформировать, выложить на противне и ему еще стоять 3 часа. Так, берем кисточку сюда. Так вот немножечко его раскатываем и складываем. Такими вот складочками формируем наш хлеб. Изначально вымешиваем его. Кошка залезла на окно, сидит и выглядывает. Урёна! Мурёна. Вот. Сейчас уже будем формировать комочек. Немножко муки. Thank you.
Маня, 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 Маня. Маня, 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 Маня. Пускай козы немножко походят. До этого у нас стояли морозы, я их вообще не выпускал. Сегодня стало помягче. Погода за ночь поменялась. О, эту маленькую гоняют, она у нас отдельно живет. За ночь погода поменялась, шел снег. Утром я встал, в 7 часов было минус 14, сейчас уже минус 9.
Сегодня на второе у нас будет картошка со свининой, запеченная в печи. Свинину я уже нарезала кубиками, посолила. Сейчас ее поперчим, замаринуем. Оставим немножко постоять, чтобы она хорошо пропиталась. Добавляем сюда немножко майонеза. Картошку я нарежу позже, потому что картошка, если постоит, начинает темнеть. А мясу нужно немножко промариноваться. Вот. Так. Хлеб у нас уже хорошо поднялся. Это ржаной. И это цельнозерновой. Скоро будем ставить их выпекаться в печь. Первым в печку ставим ржаной хлеб. Вот. Поставим его чуть-чуть подальше, где пожарче. Вторым ставим картошку с мясом. И третий у нас идет хлеб. Так вот, сюда вот. Все? Все вошло, да? Да, все нормально там. Закрываем. И закрываем юшку, чтобы ароматы на улицу не вытягивало. Гостей у нас сегодня будет много, поэтому мы стол поставили другой, побольше, чтобы все разместились. А, смотри, скатерть-то. Чуть-чуть ее не хватает на этот стол. Вот так вот сделаем. Этот стол раздвижной, и вот он как раз для праздников. Достаем его там раз-два раза в год, когда гостей много приезжает. Елку вроде ничего не трогает, в окно выглядывает только. Девус потеряла. 2, 4, 6, 7. На одну тарелочку положим с одного боку с рыбой, а с другого с картошкой. Колядовать будут, приедут. У вас жарко сегодня. Thank you.
А можно вообще доску убрать, она только занимать место будет? Да, да, убирайте все туда. И убирать сладкие, Катя? Я думаю, да, сладкое-то уж потом попьем, как поедим, да. После солененького. Катя, вот сюда можно маковку-то? Да, да, да. Смазываем хлебушек водичкой. Так, где-то у меня была лопаточка. Так. Лежали, лосишь? Ну, да, чтоб еще постояла. Да, зарумянились. Колядку умеете? Да. Ну вот, сначала спойте. Здравствуйте. Мама, мне лыжи дают. Там сенки поставь. Сенки. Здравствуйте. 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 Привет. Привет. Привет, мои хорошие. Ну, так, привет. Заходи, Дюма, заходи. Заходи, двери закрывай. А папа-то где? Сейчас папа сейчас придет, я мечтал. А колядочку, колядочку. А? Да? Игнатий сейчас расскажет папа Галисти. Давайте вот тут. Все, кладите вот тут. Проходите, давайте, проходи, Демушка. Ой, нет, нет, это тут хлеб стоит. И вы сразу на него ступите. Проходите, тут садитесь, проходите, папа, вперед садитесь. Да, да. Остывает? Да. А ты не знаешь, это кто? Макар, мой брат. Твой брат? Да. А вон там кто? А у меня еще есть. А кто там за столом сидит? Это Димик, мой брат, тоже брат. Тоже твой брат? Да. А это вот кто? Это Соника. А как она тебе кто? Ну, у меня есть другая подруга, Вика. Так не подруга. Тетя, скажи. Да нет, это не тетя, она еще маленькая. Раз, два, три. Спасибо большое, Оксана. Иди сюда, носочки оденем. Он проверял мою пирожку. Он залез не маленький. Говорят, он Дед Мороз, но шарит как маленький. Ой, молодец, похлопаем. Молодец, Игнатик. Ой, какой молодец. Вот хорошо, что вы сегодня приехали в Рождество. Да. Это горячее. Там жарко. У них хоть папся сегодня. Ну, сейчас, сейчас. Садись, Оксана, проходи там маленечко, может. А я потом тут бабу Галю. Ничего. Здесь хочется. Ничего, давай. У нас небольшое ЧП. Упала елка. Места-то мало? Ну-ка, подожди, туда, наверное, перевес надо туда повернуть. Я тебе тут постельное привезла. Спасибо большое, так вы мне и так все время что-нибудь возите. Мои шторы, мои шторы, мои шторы. Ты хоть так не уходи. Мои шторы, мои штаны. Игнат, там ведь горячо на печке-то. Мы тебя сегодня целый день с утра топим. Да вы же да там и сожгетесь. Давайте слезайте, все, хватит. Сейчас за стол садиться будем, бегите. Да. Ты так сидел, посмотри на маму. Да, очень хорошо. Нет, это просто не на лесенке. По этой лесенке у них кошка Муренка лазит на печку. Я чуть-чуть до крыши добрался. Кошечку. Нет. Аллергия у Макаркина на ворская кошечка. Не, на это не будет. Нет, у старых людей они залезали на печку, грелись. Давайте пойдем в кафе. Вот. Мне нужно что-нибудь, чтобы залезть на печку. Чтобы не было. А, моя плохо.
папа. Моя попа. Это соленая или квашеная? Моя попа. Это маринованная. Давай, а то она горит. Она вкусная. Это очень. Слезай, она уже горит. Все, Дёма. Иди сюда. Иди. Старая печь только есть. Я видел печь. Сказали, что там все не спать. А я буду здесь Софа наверху. Меня. Так, тише, подожди, да. Софа. Меня. Ты будешь спать сегодня Софа, здесь на печке. Отправим. Жарко, хорошо. Да. Все косточки прогреются. Да, очень хорошо будет. А то я уже утренница. Ну, Дёма, слезай! Давай, Софа, смотри. Все. Ну, Дёма, слезай! Ой, ну, Дёма, слезай! Давай, все, расположимся. Ну так что? Что-то он реально это... Какой-то... Горячо! Знаете, Макаров, попцов, как-то это вот... Не поймешь, он и во взрослую жизнь, не и в это... Из детства уходит. Ёлка упала у нас второй раз. Мурёнка сейчас постаралась, хвостиком махнула. У вас что там, секретка есть? Мурёнка кот шлобили. Она как за конфетами. Лазит, играет. Вот такая вот Мурёнка Никита сходит. Это я себе забираю. Видите, любит конфеты есть, видать. И очень сильная сладкоежка. Сейчас будут пельмени, они... Это... Больше? Одна Вика мне положила, другая. Макар, ты слышишь, я тоже налила. А мясо будешь? Да, да. Какой-то груз на сегодня прям вообще. Положи. Да. Еще не катался на плишку. Положи. Компота нет? Нет, тоже нет. Горячего. Нет, я не хочу горячего. Ваня, ты больше в лес? Вот как она из кастрюли поесть компот? Ну, типа, на деле меня учила считать его, сколько ему лет. Ага, спасибо. Вот сейчас закипело, я сейчас... А как это? Пирог с рыбой, папа. Папа, а что за рыба? Папа, дай косточки. Ну что потом будет? Вот. С картошкой. Он как бы пропекся, но внутри он как бы сыроватый, поэтому нужно полежать. Угу. Как бы он сам, она когда остынет. Потом поедете, так она вам в гостинице даст. Угу. Да. Холодно. Потянуло оттуда, сразу холодно. Вы для пельменей место поешьте так, ешьте, что вам надо, но для пельменей оставляйте место. О, пельмени. А ты ешь? Пельмени, да. Кому наложить? Наложить? Игнату. А мне пока не надо, подожди. Мне пока не надо, подожди. Хотя давайте сейчас идем кататься с горок. Макар будет пробовать горки, которые я вчера там раскатал. Да, попробуем сейчас. Сюда, возьмем вот. Волокушу и попробуем вот сюда покататься. Соня, давай, заходи. Мы не ищем легких путей. Будем гонять, получается, вот с этой горы. Сейчас вот сюда заворачиваем, тут сразу же к речке. Горка крутая. Вот они, эти горочки. Давайте на самую безопасную. Давайте на самую опасную. Давайте на ней поедет Дёма. Мы сегодня с кубриками. Макар готов? Ну это первый. Давай. Подожди, знаете что? Подожди, я тоже на бумеранг сниму. Стой. Да не, я... Ты на чехле больше выше. Сейчас, подожди, подсекай. Я сразу поеду, думаю, если сяду. Давай.
Ладно. Снимаешь? Мам. Раз, два, три. Все. Пожелайте мне удачи. Ты нитку закинь, веревку-то в волокуши сразу же. Вот. Соня, подожди. Давай, Сов, подожди. Соня, только держись хорошо. Так, Дема, жди Игнатика. Давай, Софа. Сейчас они отойдут там. А ты до туда не доедешь, скорее всего. Что там надо, что? Они у тебя раньше остановятся. Вам положить. Идем, идем, тебе с конфеткой положить. Да. Ну что, гости у нас все разъехались. Сегодня была такая суматоха. Все тут ходили, крутились, вертелись. Соня с Макаром остались ночевать у бабы Гали. Они сейчас у нее. Тоже нас позвали пить чай, но мы сейчас пока будем прибираться. Кошка вообще недавно у нас только домой зашла. После того, как все уехали. Что здесь столько народу ходит? Кстати, когда все приехали, ее дома не было. Она потом, тут все раздеваются такие, заходят, возле входа еще стоят. Кто-то там обувь снял, кто-то еще снимает. И кошка лапой двери, как обычно, открывает. Все испугались. Все такие на дверь, но поворачиваются. Кто там? Кошка такая заходит, прошлась, посмотрела. Потом залезла на окно, уронила елку. Тут, кстати, вон, смотрите, сколько иголок. Все усыпано опять. Поставили елку за один день она. В общем, вон, смотрите, сколько иголок, все осыпалось. Но воду мы не стали наливать. С ней хоть елка и поустойчивее, но если упадет, то все, тут лужа будет. И банка потяжелее, она может и разбиться даже с водой-то. В общем, сейчас, ну сколько еще елка постоит? Сегодня, завтра, послезавтра. Половики я все буду хлопать. Это недолго. Там вынес, хлопнул их. Ну вот, как-то так, значит, сейчас мы немножечко приберемся, сейчас там все сделаем в отходы, часть приберем и пойдем бабе Гале пить чай. Марёна-то. Нагулялась, да? Ой, красавица. Я запрыгну. Вот так вот. Она уж любит вот так вот на плечах посидеть. Утром идешь, к печке садишься, там дровишки закинуть, все, растопить печь. Она тут как тут, она уже на тебя сразу же залазит и начинает мурчать. Вечером она у нас редко бывает ласковая. Она в основном это с утра. Под вечер она у нас бесится. Дурить начинает.
А сегодня ничего вроде. Сегодня она, это видишь, у нее большое внимание ей было оказано. Тут ее все потискали, дети. В итоге она потом убежала на улицу у нас. Пока все не уехали, она не заходила. Сейчас вот зашла. Для нее шок был сегодня. Столько народу. Вот маленький Макарик. Вот это вот синие рубашки, это Макар. Он сейчас он уже вымахал. Вот брат его Демид. Это мои правнуки. Демушке 18-й год. Это Дима, это мой двоюродный брат. Да, старший внук, это его жена. Это маленький Никита. Да, да, да. Ты это маленький. Вы приехали к нам, мы с покоса пришли. Это моя двоюродная сестра Даша. Да, маленькая. Это Баба Даша Галя на молодая. Ёлке. Ну, не такая молодая уж, но это... Вот, вот Никита маленький. Ну, тут-то я вообще еще это... Ребенок маленький, грудной. А вот Даша маленькая, совсем маленькая. Вот вы ровесники ведь. А вот Никита с Дашей, они всегда вместе уж были тоже. Вот они уже школьники. А это вот старший внук Дима. Дима, это вот все Дима. Вот он маленький, малюсенький, видите, какой? А ему теперь, да, 39 лет. Макар такой. Вот он уже в армии, Дима, служит. Да, вот он приходил на побывку, провожал его папа из Новороссийск. Видите, это был Новороссийск. Ну, вот его армейские фотографии. Дима. Кто? Это кто? Это папа? Папа. Это папа твой. Я думала, это я. Вот. Ну, это вот молодые они. Это вот Демид маленький. Это у вас в старом доме, да? Да, это вот раньше это, Баба Галя, да, в котором где жила. Где я жила. Угу. Это Даша. Это вот еще они молодые. Мы отдыхали на море где-то. А ты ведь, Макар, не был в этом-то доме у был, Бабы Гали? Я был зеленый еще такой, я был в нем. Был? Ты застал его еще, да? Да, я его еще застал. Через мост приезжал. Ну, тут корова это была. Вот... Фотографии. Светлана Семеновна. Вечная память. Михаил Николаевич. Танца. Они часто к нам приезжали в гости. Очень часто. Приедут, вот у них в Реже, это Светлана Васильевна живет. Они как приедут, они всегда к нам ездили в гости. Мама, это кто такой смешной? А это, вот этот гражданин. Никита. Да. Вот, ну, а они его с собой возили. А вот это Дима пришел из армии. И они приехали ко мне в гости. Он после армии пришел. И Даша. Даша. Угу. И мама Димы, и папа Димы. Маленький Демид, маленький Демид. Их только их. Николай Иванович он. А меня да нет. Это вы историю про лапки рассказывали? Это да, да, да. Юбилей какой-то у вас? Это я была на юбилее, ну, у своей ученицы. Она выходила на пенсию. А где это моя мама вот работала? Вот. Дом. Это вот Бабы Гали старый дом, в котором она раньше жила еще до переезда в город. Да, это вот, вот это дом. Это вот баба Шура. Это вот мы тоже Макар втроем сфотографированы. Это Анатолий Михайлович. Дома. Они ездили ко мне тоже. Вот, это на память, да. Это вот тоже Александра Петровна, это тоже Анатолий Михайлович. Они приезжали ко мне. Вот, это вот мой дом. Ну, а как вы забудете? Вот пошло поголение. Это правнук. Игнатик, самый молодое маленький поколение. Да. Дмитрия. Все фотографии, все. Дима. Тебя да выбегали уже правнуков, правнуков. Вот и Соню и дождались. Это Соня у нас тут на всех фотографиях. А Соня самая младшая внучка. Да. Ну, я старше Игната вообще-то. Но Игнат уже правнук. Макар. Вот это Макарик. А вот серьезный. Это
У нас была собачка Туман. А вот это вот я. Вот это... А это лошадь Машка. Я. Помнишь, Никита? Вот это я. Ну, а это я вот это вот время, крестили. Вот это время я уже не помню. Да? Я дедушку Сашу помню, но тоже так, частично, так вот какие-то воспоминания. Ну, вы маленькие были. Да, это вот мы с Дарьей стоим, маленькие. Да. Это мы тоже. Все время ездили. Вот это почему-то вот. Мне говорят, что я всегда круглый, а тут я овальный какой-то. Овальное лицо. Сейчас у тебя уже овальное лицо было раньше круглое. Вот. Вот я лысый сейчас, это тут был вот такой вот это в 2016 году, последние года в садике, и я пошел в школу. Да? Да, в 2017 году я пошел в школу. Вот. Все. Все, альбом кончился. Сегодня у меня в Рождество, то и гостей много. Вот как хорошо. И внуки, и правнуки, и ночевать остаются даже. Это хорошо. Погостить. Сейчас каникулы, да, выходные, да. Праздники. Соня уже гостила вот 3 денечка. Сегодня с Макаром остаются. Завтра кататься пойдут с горки. Макар, хорошо у бабушки в деревне? Да. Первое время не хотел. Завтра с горок опять кататься пойдем. Ты сегодня дольше всех прокатался. Вон, сейчас сели тут чайка попить. Намазывайте, вон джем вот тут. Катя, намазывайте. Угу. Здравствуйте. Да нет, это так. Но где ты, в больнице лежишь? Выписали тебя? Да, новые поступления. Так, тоже чайка надо попить немножко. Побегали, звонят подруги, они с ними разговаривают, вечерами сидят. Чай с перегоном вкусно. Ну, а что проходило УЗИ сердца, так что сказали? Да? Еще, кстати, по поводу сережек. Кате сделали сережку, мы приехали в этот магазин, и нам сразу же без всяких разговоров сказали, что мы сейчас ставим камни, которые выпали, и проверим все остальные. Ну, крепко ли они, надежно сидят. Все проверили, все сделали, переделали, и сейчас в итоге сережки полностью со всеми камнями с этой стороны и с той. Все я нормально. Очень рада, что все так получилось. А сегодня тепло. Ну, мы ехали, как бы, нет, уже были готовы к любому повороту. То есть, может, там поменять их на другие, либо эти сделать. Вот нам сразу же сделали буквально там минут за 10. Все поменяли. Ну и хорошо. Ешьте, давайте. Я жду.